Значит, это снова русский дрил на сцене. И сегодня я хочу снять вам обзор на баринов сироп. Или просто сироп и кофе. Ну, на любителя. И к чаю тоже можно, в принципе. Но к чаю не советую. Так, сейчас я вам покажу сиропы. В принципе, у нас вот такие вот сиропы. Значит, смотрите, первая бутылочка у нас Irish Cream. Вот, собственно, вот так она выглядит. Они по цвету ничем не отличаются, только отличаются по вкусу. Так, это у нас карамель. Собственно, вот так вот. Это у нас шоколад. Шоколад очень, наверное, вкусно. Так, это у нас что? Это у нас соленая карамель. Советую, кстати, такие сиропы. Запомните вот эту фирму Баринов Сироп Классик. Покупайте на Валбересе. Ну и в принципе все. С вами был русский дрил на сцене. Как-то так. Ну и кот Оси. Всем пока.